всех рассмотрю. На нас-то светит, а на вас не светит. Ну, здравствуйте. Ну что, сегодня 3 января. Вот мы, честно говоря, впервые в жизни играем так близко к Новому году. Вот. Я специально надела костюм Деда Мороза, чтобы вас порадовать. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Спасибо большое, я вас тоже поздравляю с наступившим Новым годом. И сегодня мы для вас приготовили немножко традиционную для нас программу. Традиционную она в том смысле, что это будут преимущественно авторские песни. Но вот и сюрпризы, будет совершенно премьера песни, написанной специально для этого концерта 3 января. Yeah.
чуть-чуть, подожди. Но сегодня с нами и с вами Тимур Некрасов. Но нельзя это не сказать. А еще прекрасный Евгений Лебедев начнет рассказ. Еще лицо этой песни нахожусь в самом центре этой картины, этих красок. Ну а если более конкретно, то я себя нахожу между небом и водой. Если коснешься меня рукой, увидишь синий. Если захочешь меня отдать,
Если попробуешь заговорить, услышишь эхо. Здесь пустота мне, как проводник, тебе помеха. Если поймаешь мой взгляд, найдешь простое сложное. Thank you.
Спасибо, спасибо большое. Ну, знаете, вот мы вас хотим в первом отделении немножко там загрузить рассказами, гармониями сложными. А потом будет легче. Согласны? Еще одна авторская композиция посвящена ничему иному, как снам. И сны — это такая не менее абстрактная вещь, конечно, чем картины. Сны, как всем известно, наше подсознание. И не знаю, как у вас, а вот у меня часто подсознание выдает то, что у меня безграничные возможности или какие-то сверхспособности. Бывает у вас такое? Ну, например, ты можешь летать. Наверняка кто-то видел сны, где он летал. Ну, не говоря, конечно, про детские полеты. Ну, вот такие, знаете, настоящие какие-то полеты с ощущением безграничной свободы. У меня очень яркие такие сны бывают. И потом я просыпаюсь и думаю, ну, если я могу это все испытать, пережить во сне, я могу впитать это ощущение свободы, полета, и я ведь могу себя чувствовать так же в реальности. Потому что в основном нам мешает это что? Это наши собственные предубеждения или неверие в то, что мы можем летать. Так вот, песня про то, что на самом деле надо остановить эту гонку между сном и бодрствованием, просто полететь. Потому что где-то там, на горизонте тебя ждет настоящая любовь. Что?
Игнат Кравцов. Мы теперь все понимаем, какие следы видишь, Игнат. Да, да. Мы, знаете что? Настал тот момент, когда мне сейчас придется петь песню впервые. Без вашей помощи я не знаю. История создания этой песни очень проста. Концерт 3 января. Я понимаю, что все-таки Новый год, все-таки праздники. У нас все такое, знаете, такое абстрактное все. Что конкретики. Вот. Но мы нашли такой компромисс, знаете. Немножко конкретики — это Новый год. И у нас есть замечательная елка. И я не вижу шаров, но есть какие-то колокольчики. Ну, наверняка у вас всех, у кого есть елки, есть шары новогодние. Ну, такой символ, я бы сказала, Нового года. Это вот за конкретику. И вообще песня называется «Колыбельная зима». А вот сейчас немножко абстракции. Идея такая. Вот представьте, вот самую настоящую зимнюю погоду. Но для меня это такое, знаете, когда снег хлопьями падает, и становится очень тихо. Так тихо, что ты слышишь корнишон. И у меня возникает такая ассоциация, знаете, вот такие игрушки, сфера такая. Если переворачиваешь, то начинает сыпаться снежок. И вот когда такая погода стоит, ощущение, что мы все находимся в какой-то большой игрушке. И если мыслить еще глобально, то вообще наша планета, а может быть и все другие планеты, такие большие новогодние игрушки. Вот об этом песня. Oh,
вся вселенной где-то. Я забыла снова. Но сейчас будет очень просто. Away, 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 away. Это типа зима она поет. С Новым годом, что ли? Спасибо большое. Я не знаю, пригодится ли эта песня к следующему концерту, потому что пока непонятно, когда он будет. Но знаете, через год я ее спою просто. Отлично. Ну что, а теперь у нас продолжение планетарной темы. Вы рады? Знаете, вот меня это очень волнует, вот все это вот космическая история, Вселенная. И на самом деле песня была написана под большим впечатлением от просмотра фильма по BBC про космос. Он тоже видел. Может быть, только я не знала этот секрет, но в фильме очень точно сказали, что вот мы видим звезды, вот мы смотрим на небо, когда оно безоблачное. Мы видим звезды, и вот свет этих звезд, свет этих планет, от них до нас так далеко, что этот свет мог идти, но миллионы лет. Это так далеко, а скорость света такая маленькая. И это было так давно, что многие из этих звезд, которые мы видим, они уже умерли. И получается, что мы видим то, чего нет. Ну, то есть мы видим некое прошлое. Просто крыша поехала. Получается, что прошлое — это некий след. Мы его видим, а его уже нет. Вот об этом песня. К нам свет от других планет.
Евгений Лебедев, Кирилл Антонин, Макар Сон. Я думаю, после таких соло вы осознали, что вы пришли на джазовый концерт. Осознали? А еще знаете, чем отличается джазовый концерт от не джазового? Наличием антракта. Мы придем. Пока мы там пили, ели, знаете, закусывали, я поняла, что для следующей композиции, которую откроет второе отделение, половина нашего мужского состава не подходит. Они слишком брутальны, слишком грубы. Вот. И мы решили сыграть такое очень аккуратненько, нежно, вот как Евгений Лебедев умеет. Вот. И песня, которую мы сейчас с вами исполним, наверняка вам очень хорошо известно. Потому что наверняка вы видели фильм «Завтрак у Тиффани». Нет? Хлопайте, хлопайте, хлопайте. Вот. Ну а на самом деле, вот я себя больше, наверное, считаю джазовой певицей. Потому что 90% моей памяти заполнено джазовыми стандартами. И такой, понимаете, возникает очень вот момент противоречивый. Ты вроде поешь песни, которые ты очень любишь, но ты поешь их в России, ты поешь их для русских ушей. И даже если люди превосходно знают английский язык, мне кажется, если ты поешь на родном языке, это как-то честнее. Поэтому родилась идея все-таки взять вот и перенести джазовый стандарт. Что, собственно, сейчас и произойдет. Мы споем Moon River на английском, а потом оп и на русском. Oh, sweet.
сердце навеки останется возле тебя. Мы оба в поисках чудес на радужном краю небес, на диких черничных река. И я, и я. Просим. Сейчас мы немножко продолжим авторскую тему, но недолго. Песня. Ну, это такая настоящая история. Насыщенно синий, такой синяя ночь. Я поднимаю глаза выше, я вижу, собственно, лик этой ночи, луну. Но вижу я только половину лица. Это такое совершенно обычное явление. Полумесяц мы называем такую луну. И в этот момент я очень ярко и четко и остро понимаю, что я сейчас себя чувствую совершенно так же. То есть я себя ощущаю, ну, какой-то неполноценной, какой-то половинчатой. Я думаю, многие сталкивались с этим ощущением, ну, может быть, это называется одиночество. Но люди делятся на два. Совершенно четко два типа. Одни ищут кого-то, свою вторую половину, чтобы объединиться и стать целым. А другие себя развивают, изучают, исследуют, духовно растут. И в какой-то момент, возможно, приходят к себе целостному. А может быть и нет. Ну так вот, ты можешь выбирать, куда тебе идти, туда или туда. Но в тот самый момент, когда происходила история, я поняла четко, что мне сейчас нужна вот эта половинка, образная, совершенно абстрактная половинка Луны, как моя половинка собственная, чтобы себя почувствовать целой. Ночь не черная, а синяя. Смущена, смущенная, смелая.
Вы можете общаться, вы можете разговаривать. Потому что там внутри то самое место, где очень много любви. Песня называется «Где-то внутри». Как где-то внутри с тобой.
спасибо большое. Знаете, вот пришло время, наверное, самой известной авторской нашей песни. Ну, тут у кого есть предположение? А? Время. Время!
Спасибо. Я думаю, что вы заметили, что планетарная тема является такой красной нитью. Еще одна песня, которая обычно является последней в программе. Называется песня «Солнце». И солнце — это такое, знаете, необразное. Не то, что вот я говорю Тимуру. Солнце. Сыграешь эту песню? Нет. А вот солнце, которое нам светит, светило наше. И бывает так грустно, особенно когда солнца нет. Вот грустно так бывает. А потом посмотришь по окошкам, видишь такой тоненький лучок. Лучик. Зеленый. Ну, лучок или лучик, можно и то, и долгий. Вот. И такой понимаешь такой, ну вот она, чистая энергия, ну вот вот источник жизни. Ну, что переживать. Все проблемы кажутся просто такими мелкими по сравнению с вот с этим планетарным масштабом. Потому что солнце вот это, оно на нас смотрит и думает, ерунда. Я вот вам даю порцию энергии, получите. Вот, в общем, песня про то, что надо впитывать вот эту энергию солнца. Просто быть счастливыми, чего, собственно, я вам и активно желаю. Thank you.
что ребята мнутся, понимаете? Заметили, да? Заметили? Что-то мнутся, ребята, я не знаю, я давно ушла. Был шанс увидеть мое блистательное выступление. Ну, это, знаете, такая дань вот второму каналу, просто, просто неизбежно. Лондон, прощай. Давай.
Спасибо большое! Друзья, придется нам прощаться, потому что ваших песен нет. Но у нас есть два события в ближайшее время. Будет неизвестно, когда, но в январе презентация моей книги стихов. Следите за инстаграмами, знаете, сейчас вот это модно, ВКонтакте, Фейсбук. Вот, а еще конкретно 26 февраля будет концерт в Доме в Союзе композиторов. Вот. До новых встреч!